Всем привет! Всем привет, мои хорошие, мои любимые! Да-да, вы хорошо заметили, это мои новые очки. Сейчас я вытру. Сегодня как вы? Вы скучали? Я тоже скучала. Это... Что, честно вам нравится? Вся рада. А я, смотри, какой хаяр купила, Ну что, девочки, я тоже скучаю. Я вам забыла сказать, что я вас очень сильно люблю, Ара, очень-очень. Хорошие мои, никогда юмор не путайте злостью. У меня никакой злости нету. Живите дружно, счастливо и долгих лет. И дайте спокойно кушать. Вы не думайте, я специально не пошла. Ни в чину, ничего, это мои просто заказали, пока я спала. В общем, что я сегодня ем? Чинский вермишель, чинский рис, чинский мясо, чинская курица, хаяр, салат и помидор, да. Начнем с помидора. Извините. Но соль где? Ара, как вкусная. Подождите, мне понравилось. Вкусно. Девочки, живем один раз, шутим, да? А, смотрите, что нашла. Ладно. Зачем кушать закатанным? Если есть, зачем руки вытирать? Да ладно, я сегодня салфетки забыла. Зачем салфетка, если есть платье? Я вот только смотрю на хаяр, думаю, скушать или не скушать, ара, хаяр супер. Я не знаю, куда поставить мой таз, чтобы все видели. А, место маленькое. Для какой взрослой женщины место маленькое. В общем, туда-сюда, девочки. Сегодня целый день. Вот моя салфетка сегодня. Ничего не делала. Этот хайван тоже не пришел ничего делать, да? Вот я удивляюсь, да? Этот хайван со страховкой обещает и не пришел ничего делать. Вот таким хайванам плати. Кто помнит, что мою трубу рвало? Пока никого не искал. А, приходи в трубу, Лен. Ну, понял? Трубу-то пришли, сделали. А дырку-то оставили. Я как позвонила. И сказала, слушай, ты. Я тебе страховку плачу, плачу. Если мой кот упадет в эту дырку в патио, ты мне будешь всю жизнь платить.
Так они пришли мне, дырку закрыли. Я не могу это прямо, хоть мне нравится. Я успокаивает. Советую этот мукбанг без микрофона и без наушников. Смотрите. Должны были прийти в пятницу, мне стену покрасить. Я не пришли. Не, четверг, извините. Пятницу был праздник. Больше? Нет, вру, пришли. Пришли, а кажется, надо было соседям делать, не нам покрасить. То есть, кто помнит, мы затопили соседей тоже. Вот наша страховка им тоже сделает. Второй этаж, первый этаж тоже. Ну вот, они извинения попросили и сказали перед днем 4 октября. Покрасят мою комнату. А эстетику ванны кто помнит? Тазик у меня классный. Эстетику комнаты? Кто помнит? А их дырку закрыли. Но! Они мне дают 1200 евро. Зачем маринованный лук, если есть свежий, ара? Поняли, да? Они мне дают 1200 евро, чтобы я эстетику делала. Вот. Но человек, который мне будет делать эстетику, должен дать мне фактуру. Если мне фактуру дать меньше 1200, они мне дадут ту фактуру, что мне выписали. А если мне дадут фактуру 1400 евро, то мне дадут 1200 евро. Ты? Мне? Мукбанг. Теперь моя девочка проголодалась. Раз я. Какой? Ха! Ока! Ты их это комендо? Quiere, come más. Ven aquí. Ven. Oscar. Oscar. La niña quiere comer. Oscar. ¿Qué dices? Que acabas de comer una salchicha y arroz. Tiene hambre. Она кушает, хочет беда, хотя не ели. Adiós. Come. No, que me voy. Coge, Luta. Come. Que me voy. Coge, coge, cariño. Dame un beso. Va. Que vaya bien. Adiós.
воспитанная девочка, видишь, да? Тебе нельзя 17. Тебе тоже, Мике. Знаешь, о чем остановилась? А, если в Барселоне, за Барселоной, я знаю, кто меня смотрит, Диана, привет. Твои дети, ну, муж и сын, могут мне делать ванну. Такую эстетику, как я скажу. И фактуру на 1300 евро. Ну и это все выйдет 800 евро или 700. То мне выгодно. Пускай придут и сделают. Я им заплачу 800 евро или сколько там выйдет, да, 700, 600, я ж не знаю. Потом я эту фактуру дам им, они чтоб мне дали 1200 евро. Ну что? Молчать, собака. На, все, хватит. Короче, сегодня Алина целый день спала. Ничего не делала. Я или быстро ем, или от хияра. Молчать. Мальчики готовили, мальчики все сделали. Распал. Так что, никогда не путайте юмор зло. У меня никакого зла нету. Последний раз, когда обедала, я после этого обеда не ужинала. Хотя я до конца не ела. И сейчас... В основном бы чуть положила. И я все даю, Мара, все съем. Мне пофиг, еда это мое. А хая очень вкусный. М-м-м.
Ну? На этом и заканчивается мой мукбанг. А кто смотрел, молодец! И, конечно, с ранних лет берегите свой огурец. Никогда не путайте юмор. Я вас всех люблю и всех чмокаю. Болим? Сейчас подожди, зуб полоскаю. Ой, извините. Ой, извините, девочки. Ну, что делать, Эли? Это от воды, наверное. Это от воды. Вот это наелось. А, от души. Рот грязный или нет? Еразы смеч, дурас такин, ове аси нерцитес. Дерсит инчво паравмикин, асад сматах линем кес. Дерсит инчво паравмикин, асад сматах линем кес. Микатор хац Вогор маинц, ах каткинем хехчантер, уесис кунь дурбаци, храшк мерац майосер, уесис кунь дурбаци, храшк мерац майосер. Сарсапеци, бац гикненга, майре сасац, есем, ес. Кес порцелю, хамарека, очи похел, кянка кес. Кес порцелю, хамарека, очи похел, кянка кес. Мурацкани, тесковека, тогашхарнел имана. Порне кянкат, порне сэра, темереле инцетна. Порте дегат, порте хихчат, темереле инцетна. Я хочу вам сказать, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я действительно в душе очень совсем другой человек. Любите своих мам. Кто потерял Царство Небесное, любите, цените. Эта песня была про маму. Кто не понимает, я переведу, что девушка говорит, что во сне мама пришла к ней и постучала, и кусок хлеба попросила. Она боялась открыть дверь, открыла, обняла ее. Мама говорит, что пришла ее пробовать, посмотреть, она осталась ли такая добрая, или изменилась. Ну, в том духе. Так что будьте людьми, самое главное. А юмор – это юмор. Я всем желаю добра, любви, счастья. И никогда не думайте, что я кого-то завидую. Я не люблю слово зависть. Я вас всех люблю и всех чмокаю. И всем.